Итак, поздравляю вас, господа присяжные заседатели. Не лед тронулся, а магнитогорские телевизоры тронулись. Ну, то есть работники телевидения. И в полку автостопа подобных передач прибыло. А еще как по-другому назвать вот эту самую тенденцию. Итак, уже 6 передач, и мы благодарим наших друзей-конкурентов. Теперь автостопу уже не надо ездить по салонам города, самим навязываться не надо. Это все сделают другие рекламные агенты, ну и псевдоавтомобильные передачки. А мы, как всегда, будем знамениты, вами любимы и актуальны. И сегодняшняя наша тема. Вот здесь, вот на перекрестке улиц Советской и улиц Комсомольской, что у павильона Автостеклова Альберта, это автомобильные школы и новинки в сервисе. Новинки – это главная изюминка в телевидении. А сегодняшней изюминкой станет устранение трещины сколов. Технология, секрет которой досконально раскрывать мы не будем, но она реально может помочь тем, кто не хочет решить проблему простой заменой расходного материала, типа лобовое стекло, или тем, у кого дефект незначителен. И давайте совместим приятное с полезным. Послушаем советы профессионала. Первый бесплатный совет очень, кстати, нужен нашим автолюбителям. Часто приходят ко мне люди со своими машинами, имеют горизонтальную трещину лобового стекла. Это бывает от незнания, от неумения пользоваться отопителем. Вот холодное время, перед тем, как завести мотор, включите обогрев стекла и включите двигатель, чтобы двигатель грелся одновременно с воздухом. И не давайте горячему воздуху резко попадать на лобовое стекло. Часто бывает трещина горизонтальная от этого. И давайте попробуем сэкономить деньги. Дело в том, что многие накупили, ну скажем так, крузаков. Купили некоторые машины очень хорошие, Infiniti. И подчас их дилеры лечат дороговизной и функциональностью только оригинальных автомобильных стекол. Так ли это? И что можно с этим сделать? Можно сделать, удешевить этот процесс замены стекла тем, что ставить стекло не оригинальное. Оригинально хорошее стекло, слов нет. Но цена этого стекла, и посмотрите на наши дороги. Мы еще далеки от Германии, далеки от Японии, чтобы наше стекло не получало удар камнем в лоб в течение года. Можно сделать более дешевое стекло, поставить, например, компанию Фуяо китайского производства. Цена этого стекла колеблется от 3-5-кратного размера до 10-кратного даже дешевле становится. Бьется стекло одинаково. Качество стекла Фуя очень высокое. Ну, я знаю, что вы в прошлом техник, а руки техника, они всегда охочут до работы. Что можно сделать этими руками, которые сейчас организовали свой бизнес? Руки мои тоже, как у всех, растут оттуда же. Просто в свое время, когда-то я ходил в Дом пионеров, занимался автомодельным спортом. Это мне очень пригодилось сейчас. Прикладываю в жизни свои знания. Делаем зеркала заднего вида. Не делаем, вернее, вырезаем. Не будем открывать технологию, но скажем, что можно ли отличить оригинал от, скажем так, хорошо сделанного дубликата? Практически невозможно. У нас кроме вырезки идет еще полировка краев зеркала. И практически незаметно. И, собственно говоря, ждать-то долго не надо, ну а по цене-то сколько, ну примерно так вот. На скидочку берем, ну, такой часто шоркающийся автомобиль, как Toyota Vitz, допустим. Vitz. Любое зеркало практически стоит 300-350 рублей за одни вида. Если брать его японского производства, где 2-3 тысячи стоит. И, кстати, процедура ремонта заняла времени немногим более того, что шел в эфире этот сюжет. Если она показалась кому-то проста и доступна, то, грубо скалькулировав цену, приспособ. Плюс цену обучения и бесценный опыт умелых рук, я вам посоветую не париться, а приезжать к профессионалам. Итак, давайте подведем итоги очередного сюжета про автостекло у Альберта. Они экономически выгодные и поучительные. С экономической точки зрения, это реальная экономия от 10 до 40 тысяч рублей в зависимости от степени крутизны вашего авто. Можно и на самый навороченный джип поставить, ну, дубликат, причем отличного качества и тоже с гарантией. И при этом, приехав на сервис, такой крутой авторизированный, никто и не заметит, что у вас стоит не оригинальное автомобильное стекло. Сделайте выводы. И дальше, отправляясь в дорогу, не забудьте приобрести за 4, а может быть за 7 рублей вот этот кусочек пластика с клеевой основой. Потому что вот то, что мы сегодня показали, а точнее ремонт автомобильного стекла, качественный ремонт, невозможен без своевременной экстренной помощи на дороге. А она не заставит себя ждать, если он у вас есть.